Сегодня в программе Red Rock Canyon. Осталось еще 4 или 5 точек вот таких вот в горах. Жара, ребят, 3 секунды на улице, а уже пить хочу. Так, это я понимаю, кого мы можем здесь встретить. Такие вот интересные кактусы. Прикинь, ты пришел, я не знаю, в торговый центр, только это заправка. Джеймс Бонд. С Трампом побазарить стопудово стоит. Взяли вот такую тарелку, говорят, возьмите еще одну, вам будет мало. Наверное, привыкли к американцам, которые кушают больше. История про то, как я выиграл свой первый миллион.